Когда я находился в этом доме на своей позиции, я услышал по радиостанции переговоры между резервистом и командиром роты, который давал команду в расход, то бишь убивать мирных жителей после того, как их ловили в комендантское время. Вот с этого балкона я наблюдал, как ранним утром был убит местный житель возле 4-го подъезда. Что при этом видел? Кем убит был? Резервистом с позывным «Сокол». Вот на этом месте, в 10-х числах марта, был убит мужчина резервистом с позывным «Сокол», после чего он и еще один резервист взяли мужчину за ноги и затащили в убежище. Сюда в убежище. Также я слышал по рации, как давались команды заминировать ту тропу и команды, как убивать людей. Какие? Команда 33. Давалась патрулю, которые задержали человека. Я пришел на их позицию, и мы разговаривали. Мне сказали, что по этой тропе вышел мужчина, который набирал воду. Вдалеке, это там в районе. Они сказали, что по проверенным источникам там никакой воды не было. После чего они решили пустить его в расход. В расход, то есть они его застрелили. Здесь в третьих, четвертых числах на этой тропе была команда шаману заминировать тропу, чтобы никто не ходил. Также я, когда вышел и почув взрыв, вышел, увидел, как здесь был труп. Также мне была подана команда оттуда железной дороги, шли четыре мужчины лет 30. Лейтенант Каченко сказал мне пустить их в расход. Я сказал, что это делать не буду, и они пошли в зону 501 батальона, где те сказали, что это проверенные люди, что это местные. После чего лейтенант Каченко приехал на мою позицию, начал читать мне морали и ругать меня за то, что я отказываюсь выполнять эти приказы. Поясни, пожалуйста, команда в расход, это что означает? Команда в расход означала ликвидация человека, убийство его.